Так. Подожди, барана вспомнили? Да. Так, Анютка, запивай барана. А мы будем рассыпать косточки? Обязательно. Обязательно. Я запиваю. А ты будешь рассыпать косточки. Анютка, барана запивай. Где ты был, наш черный баран? Где ты был, наш черный баран? На мельнице мой дядюшка Степан. На мельнице мой дядюшка Степан. Что ж ты там делал, наш черный баран? Что ж ты там делал, наш черный баран? Муку мало, мой дядюшка Степан. А что ты там делал-то? Спели? Да. Ну давай запивай, чем тебя били теперь дальше. Нет, я не запивала, чем тебя били. Я сначала, по-моему, запутались. Запутались. Мы давно ее не вспоминали. Так, ну еще раз или пусть так? Нет, ну прям чем тебя били. Давай, чем тебя били, наш черный баран? Чем тебя били, наш черный баран? Полками да скалками, мой дядюшка Степан. Как же ты плакал, наш черный баран? Как же ты плакал, наш черный баран? Бе-бе-бе, да бе-бе-бе, мой дядюшка Степан. Бе-бе-бе, да бе-бе-бе, мой дядюшка Степан. Моя мама была маленькая. Она ее научила эту песню. А когда я была маленькая, меня мама научила эту песню. Правда? То есть она тоже местная получилась? Да, а я выросла, я детей научила. Правильно. Вот. Это тоже местная песня, да? Ну, может быть, где-то ее еще поют. Ты про капусту. Я на камушке сижу. Настя запевает. Я на камушке сижу, я топор в руках держу. Али, алюли, я топор в руках держу. Я топор в руках держу, вот я колышки тяжу. Али, алюли, вот я колышки чешу. Вот я колышки чешу, и гора. Все капусту сажу, да с беленькою, али, алюли, да с беленькою, да с беленькою, все качаненькою, али, алюли, все качаненькою. У кого капустки нет, прошу к нам огород, али, алюли, прошу к нам огород, прошу к нам. Откуда песня? А эту песню привезла нам Настя. Она приехала у нас с такого, Усть-Алейки. С Усть-Алейки. Вот, а ее бабушка очень. Правда. Вот, и Настя нам привезла. Дело в том, что для детей, в общем-то, нет песен. И мне очень трудно их искать. Вот где-то что-то находим. Хорошо. Вот. Ну и теперь уж рассыпались косточки, Даша запевает. Сегодня Даша запевает, рассыпались. Давай. Рассыпались косточки по малиновой досточке. Али, алюли, алюли, по малиновой досточке. Рассыпалась печаль по плечам, не твое дело ходить по ночам. Зарага, рага,
еще. Ага. А вы овечушки? А, вы овечушки. Овечушки у нас кто запивала? А, Лиля запивала. А кто может? Наташа, можешь? Я не знаю. Так, Лиза, вы овечушки. Вы овечушки, вы косматушки, о, кто же спасет мои матушки, о, кто же спасет мои матушки. Мамка старая, дочка мала, мамка старая, дочка мала, а я молодежика в грозный тала, а я молодежика в грозный тала. Эта песня свойская тоже? Нет, эту песню нам Юлия Шадрина привезла. А, ну, откуда из... А, они же ездят там тоже. Ну, не сказала, ездили, откуда. Не сказала, откуда. Но привезла вот она ее. И уже поем. Уже первое поколение ее отпило. Предыдущая все песни. Так, а у нас еще у Наташи и у Насти еще а песня еще в осаду есть. В осаду ли в огороде есть? Да. А? В осаду ли в огороде? Вы вдвоем? Нет, вообще все жизнь нет. Нет. А, ну, вы, если учили, я с вами ее не учила. Гуляла, ничего не знала. Гуляла, гуляла, ничего не знала. Она села под кусточек Ваню поджидать. Она села поджидала. Ну я с вами ее не учила. Так, спойте так же тихонько. Потихонечку. Настя, так нет. Давай, Наташа, Настя. В осаду ли в огороде барышня гуляла? Вот гуляла, вот гуляла, ничего не знала. Вот гуляла, вот гуляла, ничего не знала. Она села под кусточек, Ваню поджидала. Она села под кусточек, Ваню поджидала. Что ж ты, Ваня, ты мой Ваня, Ваня ненаглядный. Что ж ты, Ваня, ты мой Ваня, Ваня ненаглядный. Ваня с Питеру приехал, ой, какой нарядный. Ваня с Питеру приехал, ой, какой нарядный. Что ж ты, девка, без ума, да я тебя не знаю. Что ж ты, девка, без ума, да я тебя не знаю. Я тебя такую дуру первый раз встречаю. Вот такой еще. Откуда эту песню взяли?
Это... меня сестра научила. А ты сестра? Старшая. А сестра закончила колледж культуры, сейчас заочно учится в академии. Понятно. Все, она сейчас в Барнауле там, да? Она в Барнауле? Нет, в Заринске она живет, да? Заринск. Это вот Заринска. Так это Шадрина есть? Нет. А еще другая? Это не Шадрина, это Бурдина. Шадрина, она в Барнауле. Ясно. Так, ну что еще, девочки? Какой еще там, кто кого научил? Так, мы еще учим, ну мы только начали учить вот за это время. Игровые песни учили. Игровые какие? Ну-ка вспомните, какие мы играли. Шкатулочка я берез, а да, еще мы шкатулочку знаем с Наташей. Ну вот с Наташей вы шкатулочку знаете. Ну давайте спойте. Ну поиски с Наташей шкатулочку. Ты шкатулочка, шкатулочка моя, ты шкатулочка новобронзовая, шкатулочка новобронзовая, ты серебряно позолоченная, я давно к тебе не был. Сестра ее тоже научила, да. Еще что-то? Так, ну что-то игровое. Александровская береза. Мы тоже споем. А? Ну, покажи, мы первую учили. Мне еще плохо стало. А какую вы первую? Ну, мы же еще и... Окей, еще две у нас песни. Ну, работаем, еще, мы как... еще и плохо знаем. Вот. И сейчас еще надо вот эти две, которые в работе, и еще готовиться нам к Рождеству. Вот целую программу будем делать, поэтому у нас такие... Надежда Васильевна, мы еще это учили, если хочешь быть военным, дисциплину соблюдать. Мы еще учили шаг, слезли. Ну, один раз ее видели. А и все люди живут. Вот, вот мы с Настей знаем вот, тоже. Ну давайте. С Настей. И вы вот эту мамоньку, что у тебя на головушке, вот эту мне надо с ними будет учить. Пасхи. Ну давайте. Что там? Все люди живут, как цветы цветут. А я мало. А Настя тоже твоя сестра? А Настя? Только сводная. Угу.
Так, что еще там ты знаешь? Ну, мы вот игры еще учили. Игровые. Еще. Игровые. Дударь-дударище, Александровскую березу мы учили. Ну, как Александровскую березу? Вот Александровская. Ну, кто запевает? Да-да, Наташа. Я не знаю. Лиза, ну, Настя, запевай. Александровская. Ну, нет. Александровская, я лёза, я лёза, посреди лесу стояла, стояла, золотым вянком сияла, сияла. Гуляй, гуляй, голубок, гуляй, сизенькой, сизокрыленькой. Ты куда, голубь, летишь, куда сизой полетишь? Я ко девушкам лечу, я красавицам лечу. Уж я девушек люблю, поцелую да пойду. Вот играли к Троице, готовились. Ну и много сейчас. Это своя, а свойская, да? Нет, это не своя. У нас этой песни нет. У нас к Троице вот это вот, что была песня, что мы вам сегодня заря. Заря. Вот это троечная. Больше бабушки не могли троечных песен вспомнить. Или какие-то другие. А вот эту, когда фестивали, нас просто... Ну, а игры детские, вот свои есть какие-то? Свои, ну, есть и свои игры детские. Ну, мы здесь записали «Заскочил козелька в огородик», это здесь их. «Заскочил козелек», вот. Потом здесь у нас «А мы просто сеяли наши». Ну, спойте. Я с ребятишками ее еще не учила. Ладно, это вы нам будете петь. Сейчас, ладно. Вот, а мы просто сеяли, потом еще что у нас... Ну, мы спеем, спойте сейчас разом сеяли. А вот знаете, она с какой-то игрой схожа, она с какой-то... Боярин мы к вам пришли. У нас начиналась эта песня просто, играли мы все время в эту игру. А мы просто сеяли, сеяли, ходит ладом, сеяли, сеяли. А мы просто вытопчем, вытопчем, ходит ладом, вытопчем, вытопчем. Ну, в общем, и так далее, я ее запутала. Ну, надо мне смотреть, она у меня где-то записана, есть запись. А вот мы еще и это учили, да, я зайду. А, да, с бабушками вот это учили, да. Ну, спойте несколько куплетов. Да, я зайду. Она как визитная карточка нашего коллектива, да, старого. И поэтому их я тоже учила.